Аварийность на дорогах Гомельской области у минулом годе снизилась на 12% у сравнении с 2019-м, поведомил начальник областного управления ДАИ Андрей Гаркуша. Разом с тем, он констатовал увеличение количества ахвяр ДТЗ. Летось на дорогах в области загинули 73 человеки. Самым распаўсюджаным видом здарэння застаецца наезд на пешахода. Гэта кожная третья ДТЗ у регионе. При этом каждый другі загинувший у авариях пешаход. Так само на чвэрць стало больше ДТЗ с велосипедистами.